Около 20 соглашений заключили сегодня между Новосибирской областью и регионами Республики Беларусь. На международном форуме, который проходит в Москве, нашу делегацию возглавляет губернатор Андрей Травников. Так, белорусские ученые будут участвовать в проекте развития Новосибирского научного центра. Аграрный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом, а машиностроительный гигант БелАЗ с нашим СИБ-электроприводом и компанией «Леотех». Новосибирск закупит еще одну партию белорусских автобусов, а рабочий поселок Кольцово отныне стал побратимом Горецкого района Могилевской области. Форум продолжается. В столице работает съемочная группа нашего телеканала, и все подробности в следующих выпусках новостей.